время приемки дома, а на время подписания документов, все системы работали на 100%. Теперь мы сейчас попросили и заказчика, и подрядчика составить кратчайшие сроки дорожную карту по устранению всех замечаний. И дальше будем контролировать уже по этой дорожной карте. Подрядчику надо осмыслить, где он выполнил некие качественные работы и устранить эти мероприятия.